Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел. И сегодня мы будем продолжать проходить игру Teardown. Это уже 7-я серия. И уже начнем сразу тогда с вот такой вот миссии. Она называется Power Outage. И тут нужно сделать очень быстро всякие штучки. Поэтому буду сейчас думать, как это все сделать грамотно. И потом включусь уже. Бомб исплейсит, и мы идем к следующей точке. Прошли миссию, в принципе, не сложная миссия. Потратил я на нее много, конечно, времени. Не верьте, не 16 минут, поверьте. 40 минут. Просто я нечаянно нажал рестарт миссион, а это не очень было. А машинка-то у нас окажется в белой красится или нет? Возможно, не в белой, а возможно и в белой. Ранг эксперт, 3000 мне за это дают. И сейчас мы будем... улучшение делать. Итак, всем привет. Следующий день уже начинается у меня в реальной жизни. А для вас, в принципе, все равно. Но я наконец-таки доделал эту миссию. И могу уже делать то, что нужно. Все. Вот и... Всё? Да. Вы вообще поняли, что произошло? Я нет. За одну секунду с чем-то я все это сделал. Можно было и еще быстрее. А, ну да. Как я и говорил, в какой-то серии домик улучшается. Мостик пока что нет, но вот этот домик именно улучшается. Так, ящики разобрали уже тут. Машина, вот, смотрите, машина у нас уже покрасилась в розовый. Не знаю, почему в розовый, но ладно. Кстати, ничего мне не дали почему-то. А лучше бы дали денег, а денег не дали. Ладно, я там нашел чуть денег, поэтому... В общем, я подумал так, то, что миссия вполне интересная для того, чтобы записать ее вообще, как делать... Так, взламываю первую штучку. Потом иду туда. В медклинику эту. Тут тоже нужно взломать будет. Потом через окно можно вот так вот выйти будет. И пойти сюда. Взломывать. Так, все, это взломал. Так, теперь антенну вот эту взломал. Вот, все, захожу в это здание теперь. Тут у нас тоже будет ключка это. Контроллер, что это такое? Командный терминал. Так, сейчас все по плану. Самолет не видно, и это хорошо. Так, идем теперь сюда. Так, здесь что-то взломать не надо. Так, сейчас захожу в этот ресторан. Вот. И надо подняться наверх.
Да ладно, пойду искать другой выход, путь. Пойдем тогда обратно. И сейчас я пойду подниматься по ступенькам вот этим, чтобы зайти туда в здание. Хотя бы. Ай, так. Вот тут должна быть антенна на втором этаже. Вот она. Взламываю. Антенна взломана. И теперь нужно туда спуститься, либо же... Так, да, туда. Все, здесь сижу. Да, сижу вот здесь пока что. Как раз пробую взломать. Очень страшно, но прикольно. Так, сейчас пробиваемся через вот этот подвал. Так, вот тут вот сюда. Теперь сейчас тут пробиваемся. И быстро очень надо бежать теперь. Потому что вертолет очень сейчас агрессивный. И очень сложно будет от него скрыться. Блутайт, заходим в этот блутайт. Взламываю последний триггер. И быстро в лодку, иначе все будет плохо. Все. Это было просто или не просто, но, ну, так сказать, не очень просто. 5 минут потратил на эту миссию. Именно вот на этот дубль. А до этого я куча раз тратил куча времени. Бесполезно. Смотрим. Смотрите, тут машина уже... Даже сиденье завозится, да? И куча денег. 4000 денег. И все, в принципе. Сейчас улучшу все инструменты, которые уже остались. Потому что мне уже некуда деньги эти. Зачем они мне? Я не вижу смысла в них. Но ладно. Так, смотрим. Ладно, следующую миссию я оставлю на следующую серию, потому что и так это уже 3 миссии достаточно, думаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите продолжения по игре Teardown, потому что она очень интересна и уже скоро выйдет новая серия, если вы подпишетесь и поставите лайк. Всем пока!